Всем щищ! Я не знаю, какой ролик вы ждали, но у нас выходит огузок хоррор. Потому что у нас сегодня наша любимая фритату-тату. Огузок, а твою Вику пол ресторана еб... Короче, сначала новости. Мой мерч уже можно купить. До 11 числа продажи открыты. После 11 закрыты, ближайшие даты пока не определены. Все новости, как всегда, в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании. И на канал мерча также в описании. Я все еще веду стримы на ютубе, так что, чтобы на них попасть, нужно быть подписанными на что правильно? На телеграм-канал и на ютуб. Потому что в телеграме я сообщаю о том, когда планируется стрим. Да, в принципе, из важных новостей это все. Как у вас настроение, как у вас дела, пишите в комментариях. А я думаю, мы можем приступать к ролику, чтобы не тянуть. Мне срочно нужно отклеить этикетки от бананов, пока шеф меня не убил. Ой, ёб твою мать! Батя опять бахнул! А, вон шеф ходит. Бля! Как это странно! Что? Ой, я что-то нашла. Почему я не могу это взять? Девочки, тащите выпивку. Где ты? Папа будет готовить алкоголь. Хорошо, папа. Вот бы мне папа всегда так говорил. А, Димочка, ноги, иди-ка ты нахуй. И что я прекрасная? 8, 9, 6, 4. 8, 9, 6, 4. Где тихо. 8, 9, 6, 4. О. Хуй тебе нарыла, шавка. 8, 6, 9, 4. 8, 9, 6, 4. О, где ты? Чую смердящего огузка рядом. Да чуть-чуть, но не помылся. Че сразу смердящего? Так, чисто слегка вопросика. Ой, ёб твою мать. Олег, ты что тут делаешь? Завязывай. Почему я не могу хавать? О! Отошел огузок. Папочка будет готовить. Папочка, не надо, пожалуйста. Только не отжаривай. Где Айнура? Да иди нахуй! Айнуру! А! Бля! Хочу Айнуру! Я не хочу Айнуру! То, что было в Тайоке, в зеленом слонике, и то вкуснее. Я так испугалась! Блять, без шуток, я так обосралась. Нет, майонезом это не блюдо и шаг. Да блять, почему сбивается? Вообще, нахуя я в мусорке-то с банана отклеиваю? Блокадные сухари, то вкуснее твои стрипни. Да иди нахуй! Огузок твою мать, твою! 9, 6, 1, 4. Какой, блядь, какой пароль был? Как ребенок, когда замолкает, то очень плохо. Почему я не могу это взять? Мне нельзя трогать ключи? Какой пароль был? А, вот. 8, 9, 6, а я какой сказала? Да, у Айнур это ничего, такие титьки. Бля, ну некрасиво. Без Айнур-то это говорить, это хоть как-то нужно приятно было бы. Больше мяса бомжей. Не знаю, я как-то не особо к мясу бомжей. Спартак, чемпион! Больше к мясу алкашей как-то, знаете, оно такое более отбитое. Чебупели. Красивая фотка твоя. Ну, обычная, а вот с ветчиной и сыром хуйня. Где еще банан? Сколько бананов вообще есть? Да, у Айнур это ничего, такие титьки. У тебя тоже, кстати, титьки нормальные. Огузки, огузки. Почему я не могу брать? Так, положить предмет, брать предмет. Ага. Ну нахуя? Я думала, я просто посмотрю меню. Мне срочно нужно отклеить этикетки от бананов. Я думала, я просто посмотрю меню. Что, все поменяла места свои? Сука. Я просто хотела, блядь, меню посмотреть, что делать. А, блядь! Пап, отстань, я правда не трогала, блядь, твою выпивку. О. Ну и где этот припоцанный? Это для вас это обычный уровень, а для меня это, блядь, хард-версия, потому что с учетом, что нельзя тупить, я не умею так играть. Хоти. Бля! Я, ты видишь, занята. Элеонора Андреевна, хуй тебе нарыла, шавка! Хорошая игра, главное, добрая. Да мы все тут по очереди Айнуру хотим. А, включите мне Цоя! Цоя мне включите! Какого тебе Цоя, блядь, иди проспись. Хлеб, майонезом это не блюдо, Ишак. Блядь, ты это студентам скажи. В смысле не блюдо? Высшая кухня. Молекулярная. Тату, тату. Да, блядь, готовь, что хочешь, я на помойку. Огузок. Ну смотрите, я уже собрала 5 бананов из 10. Да-да-да, я вижу, что ты. А идешь. Я уже не человек. Да я вижу! Нахуй. А можно не материться? У меня подписчики маленькие. Где красный? Синий у него в очке почему-то. Видимо, закрывает на замок, чтобы не сдуло.
Чебупели норм обычные, а вот с ветчиной и сыром хуйня. Не знаю, не согласна. Как гурман чебупели, не могу с вами согласиться. Где мой шеф-нож? Блять, я с дверью не могу справиться. Бур. Ты, блять, шутник. Привези. Что, дверь не прошел? К папочке. Завязывай! Чу, ай ну, ру! Надо как тебя контролировать, дед, своими хочу. С этого дня ты на обед будешь жрать только хлебные корки. Ага, от Егорки. Котлет тостов нажарь. Фритату тебе не сделать? Ты а, вон двери. Агуза, агуза. Да нет! Блядь! Слить, ну, шеф, ну. Сука! Блядь, сделали ее жестче, чем Грэнни, без шуток. Я с этой игры струсь больше. Нужно больше мяса бомжей. Так, кто эту игру придумал? Помогите мне с созданием игры такой. Блядь, мне кажется, ему там плохо. А ну убери свои сальные пальцы, это не твое. Я так! Дайте мне Айнуру! Так, чисто случайно, извините. Инвалид, иди, загони мне за шаурмой. Да бегу, блядь. Почему в этот раз так сложно, в тот раз все на виду было? Привет, Мадара. Спасибо. Хоть бы не подошел, хоть бы не подошел, хоть бы не подошел. Опа. Я готовлю новое меню. Хорошо. Я отдираю банан. Вот бы еще отодрать бананов, так что 6. Я твою викулечку на бенеши пустил. Нет, блин! Попался! Я твою викулю на беляши, блядь! А где мой шеф-нож? Не знаю. Погоди. Я готовлю новое меню. Супер! Готовь! Не мешай! Да ты скоро умрешь! Что ты все готовишь? У тебя, блин, туберкулез. Паскуда! Да сам такой! А, вон еще банан. Иди вон еще покури сходи. Сейчас ты еще не все легче выплюнул. Всех накормит. Да. О, нихуя повезло. Туски. Давай! Грызки. Давай! Попался! Ну, шеф. Нихуя, шеф! На 360 раздвинул ноги. Повар спрашивает у повара. Я калываю, потому что, блядь, нельзя так пугать. Блядь, либо я отдираю от банана, либо босс отдирает меня. Тут как бы сложно. Иди бутер мне сделай. Да конечно, блядь, бегу. Отстань. Я просто... Дерище пьяный, блядь. Да я вижу. Блядь. Как ключ? О, огонь. Есть банан? Мужики, даже в штанах подойдет. Один, с наклейкой. Я ее отодру. Отлично, аж 2 целых банана. Давай! Блять, переживаю за бананы больше, чем за всю свою жизнь. Зайди. С чем тебе помочь? Ты сам, блядь, справляешься со своим алкоголизмом. Цоя мне включите! Блять, тебе нужно включать звуки кодировки. Нахуй мне ваши ашкуди! Где мои сигареты? Блять, да тебе надо уже завязывать и с тем, дед. Знаю, может, тебе кальянного валерьяночки? Быстро! Блять, ты можешь куда-нибудь отойти? Мне нужно банан отодрать. Тимьян и розмарин. Мать твою, мандавошка. Ты охуел! Сейчас я, блядь, банан да отдеру и с тобой поговорю на эту тему. Хороший у нас босс. Бур. Блять, я отодру этот банан или нет? Еще 4 банана. 2 ключа. И один обосравшийся огузок. Блядь! Когда... Дайте деду его таблетки! Бедное очко, закрылся я на ключ. Ну, сложные нынче времена. Пошеф нос. Тут бананы. Есть банан, отлично. Вообще супер! 7-8 я нашла, считай. Осталось их откуда. Ну, какая разница? Главное, что нашла, да? Еще 2 осталось понять, где. Ну, мне надо у него ключ спиздить. Давай, давай, Сука! Так, ну это считается. Это считается, я нашла 9 бананов. Почему 9? Потому что один мне был. Мне срочно нужно отклеить этикетки, да от иди, бананов, сука, пока шеф меня не убил. Да иди ты, сука, ебаный ты шеф. Я увольняюсь, блядь, еще раз ты такую хуйню сделаешь. Папа будет. Я сейчас тебе втащу выпивку. Не подходи. Я обиделась. В парках городских тюльпаны зацвели. Ты как-то заебал уже всех. Да, да. Извини! Вот 3 банана. Ну да, блядь!
Чего в мусорках ничего в этот раз нет? Хорошее сено. Ёб твою мать! А, кино твое домашнее, блядь. О, раз, вот еще бананы. Три банана. Сюда положу. Все, блядь, смотри, мне твоя домашняя кассета. О! Что вам принести? Как вас обслужить в лучших манерах? Да, у Айнур это ничего, такие титьки. Главное, что мои не трогают. Ага. Обосралась. Так я тебе где мясо бомжей найду, блядь? Отлично. Видали уже, как дома у тебя? Никаких бананов в этом ресторане. Стану начальником, запрещу все бананы нахуй. А где все ключи? Ты куда ключи попрятал, блядь? Дед старый. Я не хочу трогать ключ, который был у него в очке. Скорее всего, он там не случайно оказался. Блин, ну я так понимаю, его надо как-то отвлечь. И схватить у него жопу. Где бананы, блядь? Где этот калич? Я другое спросила. Я даже сегодня в космосе проверила. О! Баклажан мне в сраку, ты что сделал? Баклажан тебе в сраку я оформлю, если надо. С удовольствием причем. Этот калич. Да тут, тут. А ну положил на место, говнюк. Ага, блядь, чё, соснул? 6-8-3-2. Кот в туалете прятать я считаю супер. Опа! Ага, у меня ключ! Еще один! Ага, да, блядь, не поперхнись. Желчью свою. Ой, извини! Пиздец. Дверь он пока не открывает. Какой ублюдок? Посмотрел бойцовский клуб. Блядь, а я не услышала. Нассал в луковый суп, я спрашиваю. Ну я нассала в луковый суп и... А иначе какой вкус лука без мочи? Ну так себе, не маринованный получается. Где еще ключ? А, у него же в очке один. Если сложить все те, которые я собрала ранее, то в принципе мы собрали 10. Агузок, это от тебя так носками шманить. От тебя, блядь, пердун старый. Кашлять перестань, нормально скажи. А как мне его отвлечь? А, тварь! Ты! А ну, положил на место, говнюк. Пошел! Жопа! Ага! О, сука! Я зря говорю, покупай русский телефон. Нахер. Альфочка будет готовить. А ну-ка, быстро вышла оттуда, шваль. Ага. Нашла еще один, 9-й банан! 9-й банан! Это успех! Отошел, огурок. Пожалуйста. Пожалуйста. Не надо. Болит, иди. Ну, пожалуйста. За шаурмой, наверное. Не заходи. Я здесь никуда не убегу. А, я ж могу в него кинуть, да? А какой код был? Блядь! 6-8-3-2. О. Зацвели. А здесь нет. Я не могу от него наклейку отодрать. Ну что, у него в холодильник положить? Шеф-нос. Это 10-й. Да блядь. Что с ним делать? Выкинуть его в мусорку? Я зря говорю, покупай русский телефон. Где? Куда, блядь? Куда, блядь, банан? Блядь. Я его схавала. С наклейкой? А если у меня в желудке наклейка отделится, это считается? Айфон. Где? Я себе в жопу чего запихала. Ну, баклажан этот полупокер. Блядь, все 10. Да я схавала последний банан. Как мне это сделать? Где он? Блядь, мне прям с ним, что ли, на выход ну, пойти? Ну этот припоцанный? Сру в туалете. Не мешайте, я на ходу сру, на самом деле. Да как? Он не свежий. Такой, ты объясни, на, сними наклейку. Помоги, отклей, дед. Отодри банан. Узки, огрызки. Стоп, что? Где банан? Блядь, где банан? Где банан? Только что у меня был... Блять, а мне его, наверное, надо было положить туда. Где банан? Сука! Последний был! Я как игру закончу, где банан? Давайте я деда пырну, и вы пропустите. Ну я прошла, вы видели. Блять. Ну что за говно?
меня сейчас жопа сгорит, блядь! Я требую официально официальное признание, что я прошла эту игру. С этого дня ты на обед. В документах же нет моего банана. Тимьян и розмарин. Мать твою, мандавошка! Джей. Пожалуйста. Давай. Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. Да! Машина! И после этого вы хотите мне сказать, что я не машина? На изи! Легче, чем бабку уделать. Ну, в смысле, гренни игра. Короче, пишите игры, которые нужно пройти в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и подписывайтесь на телеграм-канал. На этом все, я сделала этого фритату-тату, чисто деда отжарила, как не в себя. Все, пока, все.